Йоу, привет, дорогие битуны, с вами снова я, Албит, на канале Албит Продакшн. Мы с вами продолжаем смотреть GBB, категория соло. Да, мне исполнилось 26. Итак, Джин Шинозаки, погнали! Итак, давайте посмотрим, что нам показал Джин, Соединенные Штаты Америки, чемпион Гранда в 2015 году. И я думаю, что здесь будет очень музыкально, прямо очень музыкально, вот, и очень красиво. Давайте 3, 2, 1, погнали. Обязательно погромче. Яу! Эй! 2015 Grand Beatbox Battle. Да, 2015 мы прекрасно знаем. The first North American to come over and take that W home, representing the Beatbox House. Да, это он первый американец, который выиграл Grand. Amazing musician, all around great person. Make some noise for Джин Шинозаки. Воу! Это что за прикид такой? Это косплей на что-то? Или просто типа... Yo, put those hearts up, put those hearts up. Give him some love. Come on, he needs that on the stage here. Come on. Everybody's hands Макияж. Are up. Are you ready for Джин? Ну давайте посмотрим. Надеюсь, что шоукейс будет такой же красивый, как и Джин на сцене. Two and the one. Джин, it's on you. In three. Two, one, beatbox. Stare as far as I could see. Got a glimpse, I'm in disbelief. There's an ocean made of dreams. Prismatic waves were glistening. Bleeding one drop of me, the future I see. These we don't set me free. My heart's paralyzed. These newfound colors, they breathe new life. And I make it out alright. I've been waiting my whole life. Stop blood. Show me the whip. Show me the blood. And I'll never be the same. Give him up. Yeah. Give him up. Очень красиво. У него очень красивый голос, это 100% однозначно. Заметили, да, что у многих битбоксеров хороший голос? Прям у большинства уже битбоксеров, то есть уже тенденция такая идет, что у хорошего битбоксера должен быть хороший голос. Битбокса мало. Have come so far, chasing the light as it. Это Рипс какой-то недовольный сидит. Оба-оба. Больше баса надо, больше баса. Make a sweet bum bum. I didn't have my kid in my boo boo.
make us who we make us who we find out who we are. That I am. Certain things to you. Someday I'll be somebody. Это реально очень красиво. Я присоединяюсь к аплодисментам. Йоу, что ж, так мы с вами посмотрели шоу-кейс Джина Шинозаки. Ну, Elimination, отборочный раунд. И что? Ну, понятно, для меня было неожиданно увидеть его так, ну, как бы в таком образе. Ярком и специфическом. Вот. Но, не знаю, это, возможно, наверное, косплей на что-то. Подскажите мне, потому что я не шарю. Оцениваем битбокс. Типа, ну, мне кажется, типичный джин. Не то, что типичный, ну, привычный. Мы слышали и знаем прекрасно, что у джина очень крутая, очень крутые скиллы. 100%. И что он в последнее время больше, как уже полноценный артист, делает музыку, и у него реально очень красиво все получается. И здесь он показал себя с самой наилучшей стороны, показал все свои, как правильно сказать-то, показал все свой, показал себя с лучшей стороны, показал себя как музыкант, как артист. И вот наглядный пример того, как должен звучать битбокс, как полноценный трек, полноценная композиция. Вот, пожалуйста, один человек делает шоу. Это очень мелодично, очень здорово и очень круто на самом деле. От такого можно покайфовать, одеть наушники, лечь там, на диван, на кровать и наслаждаться музыкой. Не знаю, по поводу пройдет, не пройдет, не в курсе. Джин очень опытен в батлах, я думаю, что там, если он прошел, ему есть что показать. Потому что он был и в топ-16 на мире, он проходил в свой день рождения, да, он выиграл грант. Он чемпион мира в тактиме, поэтому если он прошел в батлы, я думаю, что как бы там он показал себя достойно. По мне, почему нет? Why not? Да, в топ-16 реальный шанс попасть. Ну а с вами был Албит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите свое мнение в комментариях. Обязательно, мне очень интересно читать все ваши комментарии, особенно когда нас. Особенно, когда у нас идут какие-то дискуссии. Это прям интересно. И ради такого стоит снимать. Ну а с вами был Албит. Увидимся в следующем ролике.